тут мерзну. Мерзну. А ты? Да? Я первый раз чувствую, что тут звонил. Давай, я тебе в перерыве позвоню, Ваня, через 20 минут. Давай, ага. Сафон, Сафон же. Перебежчик ваш. Не, не, Сафон хорошо отсидел. Хорошо отсидел. Вы и так выиграете, я знаю. Когда солдат головой ударил, там Германия в черном. Испания в красном. Испания. Зато у нас форма самая четкая, парни. Я думал, Германия. Не, не. Германия и от Италии получила 6. Здесь сейчас тоже в процессе. Okay.
Ну да. Я бегал в перерыве, блин. Пустые. Семь минут только отыграли. Второй тайм только 7-8 минут вот сейчас стало. Ну как, сворот? Вот как вы так Ливер-то обыграли, блин? Да. Как мы им проиграли в первом. Вот это сюда. Как мы Рус проиграли, да? С самым составом, наверное. Ливеру? 2-1. Ну да, да. Два братика, короче. Так не, Макс еще Димин косяк один вытащил, когда Диму просто игроку на ногу положил там. Блин. Не, ну это уже начало было схождения все равно. Я думал, мы говорим, не знаю, я просто хочу, чтобы мы с Ливером отыграли. Ливер — это единственная команда в лиге, которую мы не обыгрывали. Я знаю, я просто помню, что там писать. Не, ну Манчестер Сити мы тоже не обыгрывали. Ну просто, блин, с Ливером были матчи, когда могли, ну даже тогда, помнишь, когда были? Да, сейчас чуть 3-0 они летят, по-моему. Немцы проигрывают. Я точно не могу сказать, но больше двух, по-моему, забили. 3-0, да. Немцы же самая молодая федерация, Артур, получается. Это неудивительно. Потом эти все матчи ты сможешь, да, загрузить на... Все на Ютубе будет. Либо я могу на файлообменнике забросить. Давай на Ютубе. Ну, ссылочку. Ну да, да, конечно. Когда будет чемпионат России?
когда ты сможешь 4 автобуса, отключишь на марш ЦСКА Спартак? Нет, нет, про это я имею в виду, что именно будет опыт. Нет, такого не будет, блин. Только вот, иностранный. Когда будут 4 автобуса с ОМОНом, когда ЦСКА со Спартаком будут играть? Да, да. Тогда и... Бубенцы. Короче, мы с Максом как в Кузьминках играли там каждые выходные, ну еще до того, как люди заявились, ему постоянно попадал по этим. Он, короче, в итоге себе даже хоккейную эту ракушку купил. Ну ему реально вот в каждом моменте он идет по мяч, уже там руками держит, все равно пробивали, блин. А ты почему здесь стоишь? Видишь, Маша пока не умеет там. Оператор вычет надо было. Да ну. Я на другой... Я на против ноги там чеканит. Ну, Сашка в порядке. А Лалаев там полтора часа чеканит уже, парни. Кто-нибудь фиксирует там вообще результаты? Арсенал переходит на уровень более высокого футбола. Они исключительно головой будут доставлять, да? Передачи там. Вообще мяч, некоторые там типа не поднимаем мяч, они не опускаем мяч, вот так друг друга чеканят там головы. Если уронили, сразу собьем. Фу, я уж испугался, думал, Сашку там сломали. Блин. Опасно, конечно. Интересно, а что колыбельнику не взяли в Испании, вот я думаю, блин. Что, недостаточно понтовый, что ли, ничего? Да, Витюх. Царь в команду, скажем. Чё, Саня? У нас капитан ВСХМ их собирал. Вон, чеканит мячик на башке, блин, на своей. Команд в этом в лиге. А сборных? Не, вас в лиге.
У нас 12, у испанцев 16. У испанцев, кстати, по-моему, в сборной секунды и примера. У нас говорили вроде из чемпионшипа, но я что-то не это, я может не... Вам бы... А, это чемпионшип, может быть. Вам бы этот самый премьер поднять до 16. Да ну, блин, половина будет сниматься. Я вообще, в этом сезоне нам везет, блин, что никто не снялся еще до сих пор. Не, вот как правильно, правильно Женек Гусев говорил. Пусть в чемпионшипе команды отыгрывают сезон. Ну, если они не снялись, их можно брать уже, блин, спокойно. Так это сколько команд наших? Да, блин, ну, что, мало наших желающих, ты думаешь? Не знаю. Просто надо их собирать, организовывать и все. Испанцы же собрали 16 команд? Ну, да. Даже не 16, у них, по-моему, 2 по 16 там. Сань, давай первый! В чем проблема? Это нашего все играется, сделали бы. Ну. Лёх, напряги бороду. Бороду? Да. Когда на замене стоит. Да. Сим Салабим. Сим Салабим, пчела, забей, да? 20 раз. У них нападающий, короче, он не футболист, а бегун профессиональный. Не, не профессиональный, бегун. Не, ну, он, наверное, не это, не в песочнице бегал, не профессиональный, говорит. Забей гол, забей гол, вышел, гол. Че там, пацан сломался, все ржут? За бабу упал. Такая банка вообще, блин. Аркаш, покажись. Знаешь, как сынуля на мне, блин, сегодня. Мы вместе играем, два защитника центральных, четыре полузащитника, один нападающий. Все, что дело в него, блин. Других нет. Колян, учитывай. Не, кстати, ты в первой игре хорошо смотрел, что очень. Эй, рыжий. А, Гордеев, Колян. 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 Понял, блядь, как надо. Пётр, да мать. Падение, пусть Аркашек играет. Сиди, блядь, в жопе, блядь. Арк, сможешь? Хорошо. Ты в центре вершишь. Вместе с Серёгой. Серёга чуть ниже. Как сейчас играем? 2-4-1 играем. Рябов, Чуцков в центре. Два. А? Ну просто два защитника. Четыре подзащитника. Я справа, слева выйдет Женя Попов, который приезжает пацаны. Приехал. Вот. Два центральных. Видишь именно Скакун. И впереди Григорян. Попов хорошо убегает очень. Вы его заряжаете. Понимаешь, в чем суть? Вот на уровне. Да, я понимаю. Не, Витька лучше будет. Знаешь, подносить, вот, в работу главного тренера не должны вмешиваться большие начальники. Я спрашиваю. Так что, Гинер, иди в кабинет. Так, мужики, Арсенал, на два шага назад, если
снимают. Как вы стоите, курите. Беспалево сказал, как будто там не слышно было. Да тут все слышно, блин. А можно без звука это все-таки? Блин, можно, конечно. Я тебе покажу скриншот, как громкость убирать там в Ютубе. Или можно звук какой-то там в Ютубе. Музычку такую ненапряжную, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бетховен такой. Да. Нет, вот матч Арсенал с Челси, где Раф-то? Где он, блин? Там просто весь его мат только в матче. Эй, блин! Причем Арсенал переманил. Челси прибавляет? Да, Челси в порядке вообще. Два раза. Нет. Надо же раздеться, да, чтобы все понимали. Ну прям совсем что ли, Колян? Может не надо? Совсем, да. Суровая Англия. Колян в набедренной повязке. Артур Хачатурян. Иди сюда, вопросы будешь давать. Артурчик. Арай Бахтер! Иди сюда! Да, за вас гол прошел. Да блин, он снял момент удара так. Но не момент ворот. Да. Да это мало. Это мало. Мне один матч 600 рублей. Считай по времени, я здесь, блин, больше, ну, почти 4 матча. Да, да. В Испании косарь. Одна игра. У нас, блин, я чисто для своих, считай, сделал, чтобы 600. Наши все. Наши все выяснили. Ну, наши. Блэкберн. А так, кто захочет, и если этот рядом с нами матчи будут, до нас или после нас, то по желанию могу снять. А Блэкбрун для нас, ну, для своих, то есть с нас деньги брать смысла нет, да, и так снимаю. Минута осталось. Не, когда сопля. Закончил? Все, все, закончил. Не, у меня есть второй еще. Да это можно закончить. А где Шурик? А это, по-моему, билет преображения. Все, иди, все.